у людей, которые только что увидели нас, появляется одна очевидная мысль. Кто же мы? Мы гопники. Хотите, а деньги кто будет платить? Ух да, это было круче, чем на тот раз, когда я стырил пачку сигарет. Брат, дашь покурить? Эй, братан, снимай на камеру. А ну-ка убери камеру, пока не сломал тебе шею. Но у каждого из них есть свой собственный характер, с которым он отличается от остальных и показывает их внутренний мир. Это Вася, он спортсмен. Он иногда использует Гену в качестве штанги. Это Славик, он много курит. Настолько много, что планирует построить пирамиду из пачек сигарет. Это Евгений. Свою первую брачную ночь он провел с книгой в библиотеке. Это Андрей. Много кушает, мало говорит.